Что с тобой случилось, Горемыка? Я вам предлагаю поставить сейчас авансом нам палец вверх. И если вы не подписаны на наш канал, подписаться на него обязательно. И оставить комментарий. В процессе просмотра этого видео обязательно по каждой из возникшей ситуации в нем пишите комментарии свои. Чем больше вы их напишете, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Алло! Что с тобой случилось? Блять, будешь отвечать нахуй, понял? По видеокамере, да? Доложите, блядь. Послушайте сюда. Виктор Викторович курил. Пожалуйста, доложите, прошу вас. Нихуя. Мы доложим, пожалуйста. Ну что? Все, ничего не нужно. А, да у меня уже есть. А, для себя, ну конечно. Не надо подоконник отрывать тут, бля. Это, а ты позвонил куда? В институт доложил, да. Че, они привет сейчас? Слышь, ну а что, я не знаю, может его пристегнуть, чтобы он не ползал? Ребят, а прям ничего не да я хую знаю. Я... Потому что никуда не он, бля, он сейчас... Леша, пожалуйста. Леха, прекрати съемку, кинь мне по WhatsApp. Пожалуйста, я вам скину видео. Кого? Да. Да я снял уже, у меня есть. Кинь мне по WhatsApp. Не вопрос. Пожалуйста. Ты что употреблял сегодня? Да ну нет, не в клетку его. Да ну на. Давай, сажай меня на клетку. Не похуй. Не похуй. О, начинается. Не похуй, сажай. Сань, скинул. Скидывайся. Ребят, сажайте. Сажайте. Ты участковым сейчас работаешь? Сереж, еще? Проверь. Да. В Липецке? Да. А тут что делаешь в Воронеже? Обучаюсь. В школе милиции? Да. Повышение манда, блядь. Да, манда. Хустин. Похуй. Пришла, Серёж? Ебашьте, блядь, убивать. Не похуй, блядь, убивать. Унеси мои кандалы. Чё ты жрал сегодня? Давайте. Слышь, чё ты жрал? Давайте. Чё употреблял сегодня, я спрашиваю? Не употреблял ничего. Убивать. Кандавать, кандалы, мне похуй. Давайте. Вырубай, Лёха, вырубай. Давайте, ребят. Лёха, вырубай. Давайте, ребят. Если вы поддерживаете наше движение, ставьте пальцы вверх, комментируйте, не забывайте подписываться на наш канал и ждите новых выпусков. Всем пока.